А вы знали, что если взять все население России, а это примерно 149 миллионов человек, и поставить каждого человека на 1 квадратный метр, то получится 149 миллионов квадратных метров. Если квадратные метры перевести в километры, то получится 149 квадратных километров. Для сравнения, площадь Москвы составляет примерно 2500 квадратных километров. Отсюда следует, что если вычесть 149 из 2500, то получится 2351 свободный квадратный километр. Если попытаться заполнить всю Москву всем населением России, то получится, что один человек должен занимать примерно 16,5 квадратных метров.